Если хочешь быть здоров, непременно нужно познакомиться с продукцией магазина «Здоровье». Сейчас, когда очень жарко, на помощь придет Иван-чай. Это и классический листовой сибирский, выдержанный, с добавлением липы, мяты, фруктовый, с яблоком и корицей. Он утолит жажду, а самое главное – оздоровит всю иммунную систему. Витамина С в нем больше в 6,5 раз, чем в лимоне. Причем в течение суток одну и ту же заварку Иван-чая можно использовать до 5 раз. Первая заварка будет обладать седативным эффектом, то есть вы спокойно будете засыпать, комфортно себя чувствовать во сне. А вторая заварка чая будет обладать бодрящим действием, бодрящим свойством. Весь день будете чувствовать себя спокойно, уверенно. Соответственно, третья, четвертая заварка – это идут именно нормализация гормонального фона, нормализация давления, снимает головные боли и также обладать противоопухолевой активностью. Натуральные продукты здесь на каждой полке. Это разработки научно-производственного объединения «Компас здоровья». Продукты без консервантов, ГМО и всяких вредных добавок с индексом Е. Целая серия вкусных каш, конопляные, льняные, кедровые, которые не требуют варки. С добавлением растительного сырья, диабета, профилактика холестерина и выведение его из организма. Отличная пищевая добавка – это льняное семя. Прекрасно очищает организм, при этом не забивая кишечник. Обладает широким спектром действия на организм. От очищающего до выводят аллергены, также выводят шлаки и токсины. В магазине здорового питания большой ряд эликсиров омега-3 для суставов, печени, сосудов, для почек, сна и желудка. Отдельным блоком представлена натуральная косметика, природные ресурсы Крыма, например, в виде сакских грязей. Это косметические маски и сами грязевые аппликаторы для домашнего применения. Ну а детей порадует белевский зефир, мармелад и пастила. На весь товар по случаю открытия магазина «Здоровье» большие скидки. Он находится на улице Островского, 27/4, рядом с Магнитом. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.